Головку я установил, прикрутил, но совсем другой вид. Обе завтуленные, и у меня на душе спокойно. У меня на душе спокойно, конечно. О, какая картинка сбоку. Ракурс. Ай, серьезно, очень серьезно. Ну вот теперь у меня как бы и на душе спокойно. Так, ну и перейдем на зажигание, на вапы. При, скажем, вот я уже несколько раз, ну не несколько раз, довольно много, вот приобретаю вот вапы на 38 двигатели. И у них практически на всех есть некомплект. Просто некомплект. Они не знают, почему не укомплектовываются. Вот, допустим, у него в комплекте не идет пусковое реле, его нету, надо отдельно допускать пусковое реле. И не хватает еще кучу шурупов. Вот, скажем, нету ни одного болта на крепление планшайбы. Его просто нету. Ни одного нету. И у меня вот не было, скажем, крепления якоря. Болта тоже здесь не было. Вот я добавляю эти болты для крепления планшайбы. Ну, шайбки. Тут три простых болта и один зинкованный. Вот он, зинкованный идет. Ну и три простых. Вот их в комплекте не идет. Но они такие вот, не знаю почему. Чехи иногда нарисовываются. Так. И некоторые болты надо заменять. Ну вот, значит, крепление обмотки, да, вот эти вот сюда вот три болта. Я их тоже меняю. Мне вот они как-то подозрительные. Подозрительные я их убираю сразу, чтобы не мешались. И ставлю вот именно каленые. Ставлю именно каленые. Вот этот болт, я даже не знаю вообще, куда он ставится. Ну, судя, что у него зинкованная головка, значит, она предположительно может идти сюда. Но такой болт туда не вмещается. Вот у меня болт. Вот он. Который туда будет вкручиваться. Это он туда не вмещается. Или чехи думают, бери болгарку и пили сам, подгоняй длину или что там. Вот этот болт, он, я даже не знаю, от чего он. Ну, вот так вот бывает. Потом идем дальше. Значит, вот этот болт, это идет крепление, скажем, датчика. Вот кронштейна датчика. Вот здесь, потому что здесь угол зажигания регулируется, можно подгонять. И вот этот вот идет родной болт. Я тоже его заменяю и ставлю. Нормальный шестигранник. Шайбочку я оставляю, вот этот гравер такую елочную. Это я оставляю и ставлю. И после установки зажигания я это ставлю все на клей. Как бы тоже. Вот эти вот длинные болты. Это длинные болты, думаны для датчика. Так, вот датчик. Датчик прикручивается вот эти отверстия. Но они настолько длинные, что они выпирают за край. Ну, представьте себе, да, допустим. Вот. Видите, да, сколько он выпирает за край. Этот болт. Вот, ну, скажем, там кронштейн 1 мм толщина. Ну, шайма гравировочек. Ну, тоже миллиметр, два. Он упирает настолько, что он упирается вот здесь. И невозможно, скажем, невозможно подвинуть. Так, наоборот. Вот так вот. Вот видите, этой пластине, допустим, надо ходить. Если там упираются болты, вы зажигание не отрегулируете. Не знаю почему, но вот такой вот длины они идут в комплекте. Вот я их тоже заменяю вот на такие коротенькие. Вот разницу видно, да? Вот смотрите. Ну вот такие вот они есть. Это, ну мне трудно, сложно объяснить, почему так чехи делают. Так, это начнем до кучи. Так, это крепление, планшайбы. И вот этот один болтик. Я несколько раз зацикливался на том, что я не мог понять, куда его ставить. Так, значит, этот убираем, который не нужный. Вот, вот они вот так вот накапливаются. Я несколько раз практически отказывался от этого болта и не мог понять. А потом я понял, когда я увидел отверстие, троечка, вот она, с резьбой. И что идет от обмотки троечка-дырочка, это масса. И она прикручивается уже сразу
изнутри она вот здесь вот прикручивается. Я всегда, скажем, эту клемму переделал на четверку и прикручивал уже изначально прямо вот сюда к этим болтам я прикручивал массу. Вот у него. А здесь обе эти клеммы, они отдельно прикручиваются вот к этой отверстию там снутри получается. Ну, такая технология. Можно сделать на 4 и прикрутить сюда. Как на старухах. И на 3/4. У них обе массы прикручиваются здесь. Но там мертвый угол, он не регулируется. Надо регулировать его на 3/4 якорем. А здесь регулируется, вот есть ход. Угол зажигания регулируется здесь. Так, вот с этим мы немножко разобрались. Это есть. Так, вот это одна троечка тоже нам понадобится. Так, здесь идет крепление для бобины. Вот это тоже понадобится. Да, здесь два болта, две гайки, почему-то одна шайба. Опять вот, одна шайба. Как бы все есть, но все равно одной шайбы не хватает. Ну, вот такая вот комплектация происходит на 38 ВАПе. Вот. И практически это на всех. Вот, ну, такой вот оно есть, 38 ВАПе. Тут вот его надо самому доукомплектовать. Оно, кстати, стоит тоже немало. Вот, ну, доукомплектовать надо провода, конечно. Вот силиконовый это отдельно надо добавлять. Так, здесь в обмотке у них добавлен еще один провод. Вот этот вот серенький. Который на 3/4 на старушках этого провода нету. Этот провод думан, чтобы подключить нейтральную передачу. И вот потом уже здесь, уже возле бобины он соединяется. Это вот серенький провод для нейтральной передачи. Так, модель. Значит, смотрим модель якоря. Модель якоря у нас А67Р1. Это вот именно 38. Так. Czech Republic. Видно сразу. Czech Republic. Ну, эти маркировки я не знаю, что это такое. Без понятия. Так, значит, якорь А67Р1. И там показано 27-15. Это 27 это неделя и год 15. В 15 году, 27 неделе, было изготовлено это зажигание. Так, теперь смотрим обмотку. Обмотка у нас. Так, значит, обмотка А67С1. Тоже Czech Republic. И там я вот маленькие цифры. Не знаю, видно будет. Сфокусируется, не сфокусируется. Это тоже вот. Нет, не сфокусируется. Они там настолько маленькие. Сейчас я попробую взять увеличилку. Мне даже любопытно стало. Так, это у нас 24-16. Вот я смотрю через увеличилку. Изготовлено. Так, с маркой тоже разобрались. Так, теперь смотрим марку бобины. Марка бобины у нас Z67. Czech Republic. Изготовлены 35-17. Вот, 35-17. 35 неделя, 17 год. Вот, видно, есть. С этим тоже разобрались. Так, теперь смотрим реле подзарядки. Кстати, в бобине. Бобина идет двойная функция. У него коммутатор внутри и бобина. Z67. Так, реле-регулятор. Значит, марка. Так, чтобы сфокусировать. R67. 14 вольт, 200 ватт. Czech Republic. Так, изготовлено 20 неделя 16 года. Тоже Czech Republic. Так, смотрим датчик. Датчик у нас маркировка. Ну. Czech Republic S01T.
Изготовлен. Не вижу я. 16-й год, ну там. Ну вот оптика не схватывает. Оптика не берет, да. Так, ну вот из этих всех деталей состоит ВАП. ВАП неплохой, регулируется. Все работает. Так что вот сейчас я его буду устанавливать. Ну вот столько вот этих вот болтов мне пришлось добавить. Вот это вот все мне пришлось добавить. И это убрать. И при наличии, что еще и не хватает здесь болтов. Ну и нету реле, пускового реле, это отдельно надо будет добавлять уже при монтаже двигателя. На раму, да, и в инсталляцию. Так, сейчас я начну все это скручивать уже на него. Вот он ждет, ждет, когда же я ударю его по кормулю. Так, здесь я поставил шпонку. Ну вот на этом можно шпонку ставить. От нее, конечно, толку здесь никакой. Но на него шпонку можно ставить. Потому что здесь вот такой вырез. Ставлю шпонку. А зажигание потом уже подгоняется уже вот движущим датчиком. Ну вот, начну все собирать. Поехали. Ну вот примерно так это вот выглядит. Ну вот там мотку я уже прикрутил к планшайбе. Вот, и с второй стороны вот про эту крепление массы. Вот так вот она крепится. Ну, болтики я наклей насадил, само собой. Тут у меня такой фурч, такой фрицовский клей. Ну, это такой клей резьбы, именно такой зеленый, он слабенький. Их есть два вида. Есть вот, скажем, красный фурч. Ну, им даже чуть ли не подшипники можно клеить. Скажем, красный, да, вот это вот зелененький. Ну, это такой немножко полегче. Мало чего разбирать придется. Вот. Тут все собрано. Кабеля через отверстие пропустил. И сейчас буду устанавливать. Вот примерно так вот он будет выглядеть. В таком положении. На своем рабочем месте. Ну все, устанавливаю. Все движется вперед. Вот установил я. Установил. Все вапа на двигатель. Вот эти все болтики я на клей насадил. В принципе, их все надо на клей. Ну так скажем. Ну не топить. Топить их не надо. Топить это будет нехорошо. Так, чуть-чуть там на две резьбы капнуть и все. Вот там мотка, планшайба, все стоит, все прикручено. Ну и вот, значит, датчик, который регулируется. Вот он двигается вправо-влево. Поздняя вверх, ранняя вниз. Вот, то есть вот так вот вверх это будет позднее зажигание, а вниз это будет раннее. По часовой двигается якорь. Так что тут как бы ничего сложного нету. Вот установлено, просажен, протянут провод. Тут же сам он все протягивается. Тоже протягивается. И вот этот черный провод, это идет вот нейтралка. Вот его я тоже подсоединил там. Он идет как бы уже продуманный сразу. Ну, установить вапы тут ничего сложного нету. Только что надо подобрать болты очень хорошие, которые с завода не идут почему-то. Очень даже почему-то. Ну и вот здесь вот про эти вот, которые я говорил, что очень длинные, те были очень длинные, что они вылезают. И потом значит, нельзя подвинуть датчик для регулировки угла зажигания. Так, ну вот. Я, значит, тут все установил. Вот. Якорь, он немножко побольше, чем на 34-й яве. Гораздо побольше. Даже видно, что побольше. Значит, могу предположить, что на маленьких оборотах будет хорошая подзарядка. Тут даже видно большие магниты. Большие магниты. Все тут так по-серьезному. Очень по-серьезному. Вот. Ну все, сейчас буду устанавливать якорь. Я вот пометил зуб, значит, 2 мм. И на этот зуб на 2 мм я буду устанавливать угол. Хотя я столкнулся с одной непоняткой
но я буду устанавливать так, как в мануале. Вот идет мануал чешский, именно по установке. Вот я попробую приблизить. Вот тут будет видно. Тут, правда, все кверх ногами у них, я не знаю почему. Рисунки правильно нарисованы, вот они правильно нарисованы, но тексты написаны кверх ногами, не знаю. Вот это, вот опять же, Чехия. Вот просто вот если перевернуть рисунок, скажем, по тексту, у них все зажигание, все кверх ногами. Вот просто вот, видите, да, все кверх ногами. Вот, типа датчик снизу. Ну такого просто не может быть. Ну вот опять же, это вот Чехия. Ну вот тут ничего. Я ничего сказать не могу. Я всего лишь могу сказать. Это Ява. Так, вот, значит, само зажигание. И вот угол. Тут попробую сфокусировать. Там такой маленький рисунок. Попробую. Ну вот тут у него показано 2,2. Ну я 2 ставлю, там 2,2 напрягаться там нету смысла. 2 ставлю. Угол 2. Этот вот мануал шел именно в комплекте вместе вот с этим самым зажиганием. А я тут на днях ковырялся по интернету и наткнулся вот на такое зажигание. Я так увеличил, чтобы хорошо было видно. Вот, пожалуйста, смотрите. Угол 1 мм. Кому верить, скажем, кому из них верить, вот из этих двоих, значит, этот или этот, я не знаю. Но я все-таки буду ставить по мануалу, как на мануале. Здесь тоже вот вапы. Но здесь, я так предполагаю, это вапа. Это, кстати, вапа была установлена, она идет в мануале 2004 года, да, на 38-ки, 39-ки и 40-е. Но это 2004 год. Я могу предположить, что в 2004 году чехи вапа еще не выпускали. И на первых моделях вапа устанавливалась итальянская. Вот тут даже видно. Вапы. Кромериш. Вот это не Мейден Чехословакия. То, что у чехов здесь написано Мейден Чехословак. Здесь Кромериш. Я могу предположить, что это итальянская вапа. А на итальянском вапе, ну, возможно, и угол тоже был другим. Вот 1 мм. Угол 1 мм. Вот здесь угол 2,2. Но я буду ставить по мануалу, как обычно, на двойку угол и все. Точка 3, угол 2 и поехали. Ну вот так вот бывает. Но я знаю точно, что на первых я вошли итальянские вапы. Еще чехи как бы свою вапу не выпускали. Могу предположить, что это, что вот именно это итальянская вапа. И у них, значит, другой угол. Вот, а это вот именно чешская. Да, ну кверх ногами. Ну, все, есть текст кверх ногами. Ну, абсолютно, есть текст кверх ногами. Ну, вот тут видно 2,2 угол. Так, ну и сейчас я начну устанавливать якорь. Зажму его. Зажму. И потом я уже буду датчик подгонять под зуб. Ну, датчика ход есть влево-право, буду подгонять. Сейчас я его сразу зажимаю. В нем тут резьба 12-ка. Это очень удобно для монтажа. Не надо для демонтажа. Не надо ни съемник, ничего. Вот на это вапы съемник не нужен. Простой болт с простым шагом на 12. Вкручиваете и выдергивается. Вот тут вот в данном случае чехи молодцы. Тут они грамотно сделали. На 34-ках и на 40-ках там проблемно. Там очень проблемно. Там съемник с такой хитрой резьбой еще. Ну, очень хитрой резьбой. Так что вот где-то примерно так. В общем, устанавливаю якорь, устанавливаю угол. Ну вот якорь я тоже насадил. Насадил, зажал и отрегулировал угол. И все, насадил на клей. Все болты наклеим. Ну так, чуть-чуть, что слишком злоупотреблять не надо. То, что надо понимать, это Ява, рано или поздно когда-то придется разбирать. Так, ну вот, что у нас получается. Значит, смотрим. Так, вот верхняя точка. Крутим. 1, 2, 3. Так, вот у нас как бы 3, да? Есть 3 миллиметра. Ну, даже, может быть, можно
3-1 сделать, скажем так, предположительно. 3-1. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот у нас зуб. Зуб строго 2,2. Именно под магнитом. Под магнитом 2,2 положено. Вот такая вот конструкция. Я уже все отрегулировал. Все болты насадил на клей. Скажем, что вот эти. Все на клей насадил. Ну вот на этот самый. Фюрч. Ну вот, зажигание установлено. Все произошло. Зажигание отрегулировано. Сейчас надо установить полуавтомат. Карбюратор. Ну и в принципе все. Можно бить по курбулю. Все как бы произошло. Так, ну снимаю будильник, он уже больше не потребуется. Накручиваем свечки. Ну, точку я здесь всегда ставлю для того, чтобы понять, что точка — это, скажем, паз на якоре для штифтика. То, что я здесь штифтик установил, якорь на него поставил. Потому что, ну, здесь можно было и поставить как бы и на этот самый, на штифтик. Ну вот, это тоже наклей. Ну, у меня все болты наклею, все. Вибрация свое дело делает. Зазор я поставил, щуп сунул 0,6. Ну, так как его там немножко отгибается датчик, и потом ставится обратно, ну, становится обратно, ну, и получается где-то 0,5-0,4. Не знаю, видно будет, не будет зазор. Ну, там где-то 0,5-0,4 примерно зазорчик. Вот так вот все это происходит. Ну, вот зажигание установлено. И можно заводиться. Так, ну сейчас я буду браться за карбюратор. Надо разбирать его, все промывать, прочищать, регулировать поплавок. Ну, тут еще на пару часов работы, и я завожусь. Все впереди. Ну вот, процесс пошел дальше. Ну, движок уже более-менее как бы собранный. Осталось мало. Карбюратор накинуть, полуавтомат. И поехали дальше. Как говорится, бьем по курбулю. Ну вот, карбюратор я тут подготовил. Два карбюратора шли в комплекте. В металлоломе, как говорится. Так, значит, модель карбюратора. Так, значит, 44-37-52. И 28-38-00. Ну, 28-38 это набито. А вот на втором карбюраторе смотрю, 28-38 не набито, только что отлетело. Номера одинаковые. Что это значит, я не знаю. Ну и, как правило, чехословацкая ИКОВ, Made in Czechoslovakia. Да, вот ИКОВ. Вот из двух один. Я сейчас буду собирать. Вот разберу, затефектую, посмотрю, что и как. Ну и потом сразу вайспиритом промываю и продуваю тормозной жидкостью. Ну вот есть такая тормозная жидкость. Она думана для промывания тормозных дисков, но очень хорошая только для промывки карбюраторов. Можно засунуть в любую дырочку, там все как дунул, она обезжиривает, даже может быть какую-то дрянь еще там откалывает или сбивает, там и такое. Но очень полезная штука. Но есть же, это не тормозная жидкость, а клинер, тормозной клинер, вот, да. Есть точно такая же химия, но она предназначена именно для карбюраторов. Но я не заметил разницы, что вот этот тормозной клинер или, скажем, карбюраторный клинер, они работают одинаково. У меня даже такое подозрение, что как бы ни с одной бочкой не заправляются. Ну вот, сейчас буду разбирать, дефектовать, смотреть, что и как. Ну и из 2-1 буду собирать. Посмотрим там уровень поплавка, туда-сюда, все это так немножко на глаз накинем. Я примерно знаю, как должен выглядеть поплавок, скажем, в свободном положении. Так что проверять его, скажем, топливной системой я не буду. Это долго и все это мешает. Я так на глаз поплавок отрегулирую и, вот, в принципе, буду устанавливать на двигатель и
заводиться. Ну вот сейчас я вот разберу его. Разберу и посмотрим, что у него там внутри. Ну вот что у нас получилось. Разобрал оба карбюратора. Оба сильно уставшие. Но очень уставшие. Что один, что второй. Очень сильно уставшие. Деталей не хватает. Ну как бы с двух один я собрать смогу. Здесь вообще поплавок он грызанный. Карбюратор битый усиленно. Тут вот сбоку вот видно. Но это бывает только в том случае, когда начинает протекать жидкость. Зависает поплавок, и тогда вот его колотит тут, чем попало. Но это временами помогает, лечит. Но когда до такой степени побито все, это уже нехорошо. Это уже нехорошо. Так что вот на 2.1 я соберу, подберу более-менее жиклеры, которые такие получше. Они тут под одним номером, как бы все. Вот сейчас вот займусь помывкой, все вымою. Вылежу, продую тормозным клинером, ну и потом уже, и потом еще компрессором поверху, ну и начну собирать. Ну и поплавок для начала соберу на глаз, хотя, конечно, требовалось бы его на уровень проверить, но я, наверное, этим заниматься не буду. Заведу, посмотрю, как что. Ну, если мне что-то не понравится, тогда буду уже ставить под уровень. Ну здесь, да, здесь отгрызанный, каким образом, даже непонятно. Ну, с 2.1 в любом случае получается, и получится такой неплохой корпус. Второй корпус, он такой более-менее целенький, не особо уставший. Так что я его сейчас вылежу, продую тормозной жидкостью, вот этим клинером, потом еще компрессором все щелочки. Ну и когда буду собирать, буду рассказывать особые подробности, там разные штучки, чтобы можно было, скажем, наладить, отрегулировать, как лучше, как правильнее собрать. И какие разные подходы, как и что. Так что сейчас я буду мыть, ну и после помывки будем снимать дальше. Ну вот, химия произошла. Все помыл, промыл, продул. Сначала вайспиритом все помыл, потом клиренсом и потом продул все дырки. Ну вот, совсем по-другому уже выглядит. Совсем. Ну, где-то есть какая-то еще окись. Она со временем сама поотваливается. Но вот если она внутри, где-то в каналах останется, это, конечно, будет не зер гуд. Но так, в основном, все промыто. Все, цивильный вид совсем. Совсем все по-другому. Все чистенько. Все красиво. Тут я уже все подобрал, то, что буду собирать все вместе. Все жиклеры, все продуто. Иголку ставлю сразу на самый нижний зуб, чтобы повыше подымалась, повыше поднимается, побольше топлива, больше топлива, больше охлаждения и больше смазки. Ну а потом уже там надо будет уже играться по этим зубам, опускать ниже иголку, там на середину или вообще на первую сверху. Но я руководствуюсь как на старухе. Чем выше иголка, тем больше топлива. Чем больше топлива, тем лучше смазки во время обкатки. Как бы все просто. Вот, ну и потом уже там надо будет уже смотреть по ходу действия, после полторы, после 2000, что да как. Ну вот, тут все собрано. Вот на что надо обратить внимание. Вот этот вот подсос бывает, вылетает эта резиночка отсюда. Вот если она там так, скажем, на соплях там держится, но ее надо изначально уже приклеить сразу. Если она вылетает, становится кривость-накось, подсос полнейший, мотоцикл захлебывается, ну там, по полному. Вот это надо очень внимательно обращать внимание на эту резиночку. И очень внимательно обращать на эту прокладочку. Эту прокладочку нужно ставить всегда. Если не будет этой прокладочки, она находится вот в этом месте. Под клапаном, под иголкой, под корпусом. Вот под этим корпусом. Там вот она под низом стоит прокладочка. Вот она должна быть обязательно, эта прокладочка. Если ее не будет, все. Идет переливание. Иголка не срабатывает, потому что она не может сработать. Через плоскость пропускает топливо. Вот дроссель я проверю. Если он греметь не будет, я его оставлю. Если он будет греметь или не будет поддаваться регулировке, тогда вот я его заменю. Вот, все промыто, все продуто, хорошо все продуто, все дырочки, все жиклеры, все, абсолютно все.
Ну, вот такой вот он сейчас вот выглядит. Там вот еще какие-то две буквы. НВ. Не знаю, что такое НВ. Я и эти-то не знаю маркировки, что означают эти цифры. 28, 38, 44, 37, 37, 52, кажется. Или 62, или 52. 52 вроде бы. Made in Чехословакия. Ну да, сейчас у нас эти карбюраторы идут на 40-х ярусах. Чех Репаблик. Да, ну вот такой вот он есть корпус. Ну вот сейчас вот я буду пробовать все это аккуратненько складывать, когда сложу. Ну, начну примерно на глазок регулировать поплавок. Я очень много разбирал новые карбюраторы и примерно знаю, как должен стоять поплавок. Даже не пользованный, очень много их разбирал. Я примерно знаю, как должен стоять поплавок. Если там ошибусь на миллиметр, на полтора, я думаю, там особой роли не сыграет. Вот буду примерно эти самые 9 миллиметров, уровень 9 миллиметров, буду вот подстраиваться под 9 миллиметров. Ну и, конечно, на слух, как будет работать двигатель. Ну, как бы все детали есть. Вот сейчас вот начну все собирать. И потом еще расскажу еще один нюанс, который очень полезен при сборке карбюратора. Но это после сборки. Едем дальше. Ну вот, кое-что скрутил. Так, ну вот, как бы внутрянку я почти всю сложил. Внутрянку, значит, по жиклёрам 40-й, 72-й. И здесь стоит 90-й главный, да, главный 90-й. Ну, должен быть 92-й, 92, 72, 40. Но здесь стоял 90-й. Ну, я его оставлю, пускай он стоит, этот 90-й. Главный жиклёр. Вот, значит, скажем, здесь вот корпус иголки клапана, под корпусом прокладка, я уже говорил. Ну и сама иголочка там внутри, понятно. Что я хотел еще сказать по поводу поплавка. Вот с завода я обратил внимание, в принципе, на всех с завода поплавок устанавливается неправильно. Вот эта вот оська, у них с завода запрессовывается с этой стороны. С этой стороны запрессовывается. И шлицевая часть тут чуть-чуть заходит сюда в середину и как бы блокируется. Вот это вот неправильно. Эта оська потом от вибрации вылезает, и поплавок западает, все, мотоцикл останавливается. Эту оську надо всовывать с этой стороны. Выдергивается вот эта трубочка. Оська прессуется с этой стороны и ставится трубочка обратно. Уже эта оська никогда не сможет вылезти. Она, если чуть-чуть сдвинется с места, упрется в трубу и дальше никуда не пойдет. Ну, эту трубочку. Вот эту оську нужно всегда перепрессовывать. Потому что с завода надо прессовывать с этой стороны. Это даже, ну, не знаю, почему они так делают, но они надеются на том, что, значит, это вот края такие, там такие, как шлицевая, да, шлицовка, как будто шлицовка заблокируется вот в этой ножке. От вибрации все равно шлицовка сползает, оська сползает, поплавок становится криво, и все, мотоцикл остановился. Оську надо ставить всегда с этой стороны. Сначала вытащить трубку, загнать оську и опять трубочку загнать. Все, теперь у вас 200% гарантия, поплавок никогда не отсоединится. По уровню поплавка. Я примерно этот уровень поплавок, я примерно знаю, значит, его примерно эталон, на что ориентироваться, скажем, без регулировки, да, там, допустим, ваночка, там, 9 миллиметров. Я примерно знаю эталон уровня, и по нему я всегда вот как бы и регулирую поплавок. А эталон простой. Значит, вот стоит карбюратор, вот стоит поплавок. Вот когда я регулирую поплавок, ну, как он регулируется? Он регулируется либо этим язычком, либо сами боковины гнутся в одну сторону, либо во вторую, или там... Как требует вообще, может быть, поплавок кривой, косой, там, ну, как требуется. Значит, за эталон уровня я беру, значит, вот эту вот часть поплавка, скажем, вот эта часть поплавка, вот эта вот передняя, да, она должна быть на уровне вот этой горловины.
И с одной стороны, и с другой. Вот это вот эталон уровня, скажем, приблизительно, скажем, к действительному. Вот не эта часть, а вот эта. Должно быть на одном уровне вот с этим краем. Вот можно посмотреть, да, примерно вот видно. Вот с одной стороны и с другой стороны. Вот это вот как бы можно взять за эталон уровня поплавка, скажем так, приблизительный уровень. Но он очень близок к действительному, очень близок действительно. Я несколько новых карбюраторов проверял, новых вообще, они даже не заводились. У них у всех вот этот вот эталон, значит, поплавок и вот край 72-го жиклера. Вот они на одном уровне. И край 72-го жиклера, да, вот горловинка. Вот они должны быть на одном уровне. И вот это вот приблизительный эталон, его почти вполне достаточно. Скажем, если есть допустимая ошибка, то если есть ошибка, то пускай ошибка будет в маленьком уровне топлива, потому что это ничем не грозит для двигателя. Абсолютно не грозит. Если будет маленький уровень топлива, то это всего лишь, если вы хотите разогнаться на 120, на 130, и у вас будет не хватать топлива. Вот, только вот почему из-за маленького уровня. Вот это вот самое, что будет грозить. А вот если будет большой уровень топлива, скажем, поплавок опущен еще ниже, значит, чем ниже поплавок, тем больше уровень. А это уже означает систематическим переливом топлива, ну, через все концы, как говорится, систематическим, и все, и там его не отрегулировать, этот карбюратор нельзя, ну, ничего, расход топлива там утраивается почти. Так что, если делать ошибку, то ошибку делать, предположительную, да, на маленький уровень, потому что это не болезненно. Большой уровень – это уже утопительно, скажем так. Ну, вот эталон примерно есть. Значит, горловина 72-го жиклера с одной стороны вот под край, вот, ну и с другой стороны также под край. Ну вот это вот можно взять приблизительный эталон, на что можно упереться. И в принципе почти ничего не надо, не там. Ну ради любопытства, в принципе, можно потом перепроверить, если там кому нечем заняться, там действительно можно перепроверить, перепустить, поставить на стеклянную баночку, отметить 9 мм край и проверить. Ну, есть такая процедура, технология, как проверять уровень топлива, подгонять. Вот. Ну, вот сейчас я буду собирать его дальше, поставлю крышку. В этом месте нужно обязательно прокладочку ставить. Здесь. Прокладочку. Вот у меня тут есть прокладочка. Это впереди, между штанами и карбюратором. Это на фильтр идет, скажем, вот сюда вот втулочка с кантиком. Я всегда добавляю, ставлю. Ну, здесь новый конус резиновый. Вот. Ну что, собираем дальше. Ну вот карбюратор я сложил. Все сложило, как говорится, пазл сложился удачно. Так, ну вот он такой вот он есть. Вот здесь я добавляю эту горловину под фильтр. Кантиком, втулочка, втулю на герметик. Как бы очень требуется. Здесь всегда так все на сопельках. Здесь новый конус, резиновый конус новый. Но еще будет становиться прокладка со стороны штанов. Ну, сюда вот она становится. Ну вот, значит, подачку я как эталон беру один оборот. Но, как правило, один это уже много. Уже идет уже как бы по сухому, да, по бедному. Ну, приходится вкручиваться в середину, чтобы дать меньше воздуха. Чем больше вы откручиваете, тем больше даете воздуха. Так, ну вот, обогатитель тоже работает, все работает, чок, так называемый чок. Ну, как бы собран. Болты новые, с граверами. Ну вот сейчас буду устанавливать на двигатель. Ну, примерно вот так он будет выглядеть.
Ну, мне осталось, в принципе, установить только двигатель. На двигатель карбюратор. И все, я вот вкидываю сюда движок. Юбилейный движок выкидываю. Это тот самый двигатель, который осенью я поставил на продажу. 5 частей у меня есть там на моем YouTube-канале. Вот он. Как бы я особо не зацикливался на зиму. Сейчас весной начну опять его продвигать. Двигатель в идеальном состоянии, 100% реставрация. Это не двигатель, это бомба. Работает, просто шепчет. Просто шепчет. Так что вот этот двигатель я сейчас буду вынимать. И ставить вот этот. Ну, очень хочу послушать, как он работает. Очень хочу. Очень. Так, ладно, устанавливаем карбюратор и вкидываем в раму.